Добрый вечер, дня, друзья. Меня зовут Максим. Мы находимся в Канзас-Сити, в музее искусств. И мы попали в зал, посвященный Родену, Аугусту Родену. Это не постоянная экспозиция. Ее только-только привезли. Для меня сюрприз. Мы сегодня приехали специально, чтобы посмотреть Фриду Кало. Но к моему... по великой радости здесь еще оказался Роден. Поэтому я не мог не поделиться этой радостью с вами. Практически ничего из этих работ я раньше не видел. Это, видимо, какие-то эскизные работы, которые, видимо, сохранились в мастерской и которые сейчас экспонируются. Ключи от города, видимо. Очень удачно для этой экспозиции выбран второй этаж. И вот такая вот галерея, очень интересная, с какими-то элементами римской архитектуры. Я хочу отдельно вам показать то место, где проходит эта экспозиция. И вот такой внутренний дворик интересный. Место подобрано очень интересное и подчеркивает всю прелесть вот этих скульптурных работ. Видимо, это заготовки, потому что видно, что модели очень, скажем так, эскизно сделаны. Те, кто хорошо знает работу Родена, знают, что они у него все доведены до совершенства. Ну, а это производит впечатление эскизных работ,
Хотя по-своему тоже интересно, то есть эскизные работы, они сами по себе всегда интересны.